Всем-всем доброе утро, друзья. У нас вечером был окот, где-то в 9 часов. Окатилась она вечером, нельзя бить. Вот такие две ярочки. F3. Мамка F3. И такие две ярочки у нее. Вот они. Вот такие, одинаковые. Вот так вот. У мамочки молоко есть, все хорошо, порядок. А так все по-старому. Все по-старому. Растем. Ну кто кричит? Кто залез в кормушку? Бандюганчики, бандюганчики. Сладкие мои. Мама внимательно смотрит. Это у нее третий окот. Первый окот у нее был мальчик, который уехал в хозяйство. А второй окот, две девочки у меня здесь они. Две ярочки чисто белые, потому что работал баран белый. Сейчас черноголовый работал. Вот такие получились. И третий окот. Так, сейчас еще зерна дам. Дай пойдем. Че, бандитики? Бандитики мои любименькие, сладенькие мои. Всем хорошего дня. Прекрасного настроения. Сегодня воскресенье, хорошо отдохнуть. Всем пока.